שלום לכם מאזינים יקרים וצופים יקרים. דרסט וצדרגי דרוזיה. אנחנו ממשיכים את הלימודים שלנו בירמיהו. ועכשיו אני רוצה לדבר באופן כללי על הגלות. הגלות היא בעצם נושא מרכזי בכל הנביאים. פתאום שאתה איזגנני, זמלי, ולאציה צנטרלנית תמה היא עושה פרורוקף. ובטח שהיא נושא מרכזי בכל ההיסטוריה של עם ישראל. איזו אסטרסטייה, אבל תגשת צנטרלנית תמה עושה היסטוריה, זה ריסק אנחנו בעצם עכשיו חוזרים, פתאום שאתה וזה אחרי אלפיים שנות גלות. פוסט ישראל. והמצב שלנו בארץ ישראל, שאנחנו קלטנו

היו רק 180 אלף יהודים. בלו ב 180 אלף יהודים לא הרבה ניתקו שם נגה ב-48 ב-1948 כשהמדינה נולדה, היו 600 אלף יהודים בלו 600 אלף יהודים היום אנחנו מדברים על קרוב ל-7 מיליון יהודים בארץ ישראל רובם עולים חדשים. עדיין רק רבע מתושבי מדינת ישראל נולדו במדינת ישראל. רובם נולדו בחוץ לארץ. חלק גדול שעלה בין שנת 1990 ל-2001 И большая часть людей, которые приехали сюда в 90-х годах, они приехали из прошлого Советского Союза. Миллион варева Миллион с четвертью вновь привыкших. Говорящих на русском. Владивосток. <мин> от Владивостока. от Ленинград. И до Ленинграда. <мин> от Северного полюса и до Грузии. Миллион, Миллион с четверти людей, это не так мало. мало Русит, говорящих на русском. ישראל, приехали в Израиль. И не все были несчастными и бедными. Не были несчастными и бедными многие были профессорами. Uh, десятки тысяч uh, врачей, медсестры, uh, профессоры, учителя. היו, מהם, טוב, и часть из них uh, жили ישראל. хорошо в uh, бывшем Советском Союзе. У них была и дача, и квартира. Yeah. И была нормальная, хорошая жизнь. Но они собрали все свои вещи. И приехали в эту неизвестную им страну. Приехали почти без всего. Обустроились здесь приспособились как кто же купили нахониот, здесь дома и, кварти... и машины. А есть, есть работа выучили иврит, Вы учили иврит. זה... и все это لما? почему потому что 2700 лет назад пророки Itnab как Иеремия, и на uh, пророчествовали о том что будет изгнание she... И Господь прогонит людей из, из, из этой страны, из нашей страны, потому что мы не слушались Его, не его и не творили Его волю, и uh, нарушили завет, который Господь дал нам. <зывая> и уже в Торе он говорит Моисею, что если люди нарушат его завет, то земля выбросит их наружу, Но в тех же самых пророчествах Есть также и пророчество, что они вернутся домой. И мы об этом уже говорили. Но сегодня я хочу поговорить о том, как должны относиться люди в Галюте, в изгнании. מאוד, מאוד חשוב, тех, те, кто живут за пределами uh, страны Израиля. И это урок очень важный. Uh, и в свете современной политики Ближнего Востока. Мы находимся в 29 главе пророка Иерии. И Я буду читать, начиная с 4 стиха. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилевых, всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон. Стройте дома и живите в них, и разводите сады, и ешьте плоды их». Берите жен и рождайте сыновей и дочерей, и сыновьям своим берите жен и дочерей, своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей. И размножайтесь там, и не умоляйтесь. И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас. И молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Карате Ачева. Это очень интересно. Господь говорит, вы уходите в изгнание. Это наказание. Но сейчас, когда вы уже находитесь в изгнании, в чем состоит ваша задача? Не входите в депрессию. Не переставайте жить и действовать. Не переставайте расти. Стройте дома. Uh, сажайте в землю плоды. Ешьте то, что она приносит. Урожай. Женитесь, выходите בשפחות. замуж. Создавайте семьи. Рождайте детей. שם, И благословите uh, то место, в котором вы родились, куда ت... вы ушли. בעיר שאתם שם גולים. (אומר בערבית: אם בלגסלביל, אותו מסטק דה ונחתית. תהפכו לברכה גם בתוך הגלות שאתם גולים בתוכה. (אומר בלגסלבינים בלגסלבים, זה באמת מה זה באמת מה שקרה גם. אבל יש לנו בעיה פה בארץ ישראל. שיש פליטים ערבים 48' 60 километр мипу. Но у нас есть проблема сегодня в Израиле, что есть арабские переселенцы или беженцы, которые вынуждены были оставить эту страну и переселиться всего 60 километров отсюда в Иорданию. В <таспорщики> и в странах арабских их uh, посадили в лагеря концентраци... концентрационные в принципе им не разрешили работать их заставили в принципе жить на подачке и на пожертвование у организации ОНА הרעילו אותם בשנאה עמוקה נגד היהודים ונגד מדינת ישראל. והיום אנחנו קוצרים טרור ערבי-פלסטיני מאלה שגלו ושישים שנה אכלו את המרורים. Что -то, что -то, и сегодня мы страдаем от арабского палестинского террора, от рук тех людей, которые 60 лет назад э, вынуждены были или бежать, или оставить эту страну, и на протяжении 60 лет их наполняли ядом, кормили ядом окружающие арабские страны, ядом ненависти к Израилю. <клес> Uh, также были изгнанники из... Okay. Кеше uh, uh, В России были люди, которые оказались в изгнании. Например, когда Советский Союз завоевал Финляндию. И люди, часть финнов, они убежали из тех мест, которые Россия или Советский Союз захватили, и были беженцами в других частях Финляндии. Они убежали без всего. Но, Но... они тоже сделали то же самое, что Господь говорит здесь Иеремии. Построили дома. התחתנו, زמוש, żלילס, משפחות, למדו בבתי ספר, школах, ולא נשארו מסכנים ופליטים, ו... הם... הם הסתדרו, הם שמחו סמכו... בזה שהם יכולים לאכול ולשתות ולהיות חופשיים. Они радовались тому, что они могут есть и пить и быть свободными. И они не остались в этом статусе бедных несчастных беженцев. И мы сейчас, если посмотрим на тысячелетнюю историю Европы, что евреи в Европе, Украина, Белоруссия, Эстония, включая Украину, Эстонию, Белоруссию и многие другие бывшие советские республики. Гуршу, евреи много раз были изгнаны. Савлу, страдали от антисемитизма. Но они делали именно то, что Господь велел им делать через пророка Иеремию здесь. بلубатин, построили дома, اتحطנו, женились, يلدين, у них рождались дети, они посылали детей в школы, روفים, стали врачами, профес профессорами نью... и преуспели. И во многих странах стали элитой. الرуси, та украиня, та белоруси, та Часто и в российской, и в Украине были, в принципе, элиты, интеллигентными людьми. Потому что и в изгнании они делали то, что Господь сказал им делать. И стали благословением. Потому что во всех местах, где они были, они были благословением. Также и в Америке то же самое происходит. Еврейство Америки. Подавляющее большинство прибыли в страну как беженцы. Беженцы из Восточной Европы. Беженцы из Польши. Они uh, из, приехали в Америку из Восточной Европы или из Аргентины, из Бразилии, из разных стран. И они также сделали то, что Господь заповедует через Иеремию делать изгнанником в Вавилоне. Слом, жить и... в мире, שם, благословлять место, в котором они находятся, молиться המקום, за והמדינה, это место и за эту страну и за тот город, в котором они живут, משפחות, делать семьи, создавать ו... ل... и также uh, искать мира в любом месте.

שלנו, и через наши слабости. אלוהים, и в то время, когда мы не слишком уж соблюдаем заповеди Божьи. הגלות, אונש, в центре, в среде вот этого наказания, изгнания, потому что любое изгнание с из земли это наказание. האור של אלוהים בוקע. מה אנחנו יכולים ללמוד מהדברים האלה בתור מאמינים ותלמידים של ישוע? אנחנו יכולים ללמוד שבכל מקום שהילדים של אלוהים נמצאים, יש ברכה. мы можем понять, что в любом месте, где находятся дети Божии, там появляется благословение. И в любом случае, когда мы слышим, что говорит Господь, там же в этих местах благословение Божие будет всем видно, и люди его почувствуют. <существ> Мы видим, что так себя вел и Иосиф, сын Якова. И он, <существ> он, через Иосифа Яков, в принципе, в, 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 воплощает вот этот, эту мысль, эту идею. Потому что Иосиф, сын Иакова, דבר, ובניו, в конце концов, воплощает то, что было дано Иакову и всему народу Израиля. Все обетования, которые были даны народу Израилю, они воплощаются в Иосифе. Это начинается с того, что братья... Ненавидели его. В прошлом, на прошлом уроке мы говорили о том, как ненавидели пророка Иеремию. Как его били. Как его сажали в тюрьму и в колоду. Хотели его убить. Его семья отвергла его. הוא מדבר את הדברים הקשים האלה לעם ישראל. בגלל זה שונאים אותו. אבל הדברים שהוא אומר מתגשמים. Дво... Вещи, он говорит, они... ההתגלות שאלוהים מגלה לו, הדברים שאלוהים אומר לו, גורמים לו לא להיות בעצם שנוא בתוך החברה שלו, בתוך המשפחה שלו. И... то, что делает Иеремия, то, что он говорит от имени Божьего, приводит к тому, что его все ненавидят, включая его семью. И это то же самое происходит с Иосифом. Он получает от Бога откровение. Он рассказывает об этом откровении своей семье, братьям и родителям. Сонимуту. И вместо того, чтобы радоваться вместе с ним, что Господь, Аллилуйя, дал ему откровение и э, обетования такие прекрасные, его ненавидят за это. И а, не каждый, кто просит Бога об откровении, готов его принять и страдать за него. И многие люди должны быть очень осторожны. Вы хотите получить Божие откровение. Потому что вместе с этим откровением будут и последствия его. Потому что очень часто они не слишком приятны никому. Но и часто приходится страдать за эти откровения. Иосиф. בעצם נמכר לעבד למצרים. והוא מצליח. הוא עולה ונהיה בעצם המנהל של הבית של פוטיפרה, כהן און, כהן של גדול של... Он становится начальником дома uh, Патифара, священника uh, On, Она. Он uh, Город Он – это сегодняшний город Люксор в be Египте. На Верхний Египет. Это yeah. Армон

И это может быть особенность такая еврейского характера, друзья мои. Потому что уже в книге Исхода, первая глава, когда их будут мучить, они, их станет больше, и они умножатся. И это э, очень интересно. И я думаю, что это часть еврейского характера. Э, Первая глава книги Исхода, 12 стих, где сказано, «Но чем более изнуряли его, тем более он умножался, и тем более возрастал, так что опасались сынов Израилевых». И вот эта вот, вот эта особенность характера, она как бы в наших генах. Мы никогда не перестаем желать вот этого роста. И мы не позволяем депрессии, унылости властвовать над нами. Мы никогда не говорим нам достаточно чего-то. Но мы всегда хотим, как народ, быть лучше всех. И желать не только нашего благосостояния, но всех, кто uh, вокруг нас. Также и верующие должны следовать этому принципу в жизни не позволить нашему образу жизни над нами властвовать на нашей ситуации нашему окружению над нами властвовать но мы должны uh, как бы руководить ситуацией, а не yeah. бытие наше. Я знаю, что при коммунистическом говорили, как бы, теории, что бытие определяет сознание. Я этому учился от моей матери. Aber... Но... Но согласно пророку Иеремии, противоположное оно верно. Но uh, ситуация и жизнь, бытие в Галюте, в изгнании не было чем-то приятным. Не было комфортным. Это не было местом, где мы хотели быть. Мы не желали изгнания, не искали, но мы не слушали Бога. Господь как обетовал, так и выбросил нас из земли Израиля в изгнание. И мы оказались в двухтысячелетнем изгнании за пределами своей собственной земли и то страдание, которое пережил народ Израиля в рассеянии. В странах, которые называли себя христианскими. Это действительно было две тысячи лет крестного пути Виа Долорозы. Но и в изгнании мы יספולני לטו עד שום גברית פררוק. כמו יוסף בארץ מצרים. רק שככה יוסף ויגיפטיה. לקחו מאיתנו את הזכות להיות חקלאים, להיות בעלי בית של אדמה. לקחו מאיתנו את הזכות ללמוד באוניברסיטאות. לקחו מאיתנו את הזכות להיות פקידי ממשלה. ‫אז אמרו לי פראבה אברבט וזמלו, ‫אוולדית זמלו, ‫אבית כרמית צאצלסקוה וחזייסטוה. ‫אז אמרו לי פראבה ‫או צ'יצה באשכולך באוניברסיטת. ‫אז אמרו לי פראבות ‫אבית צ'אסט ופרבית לסטווה, ‫אבל המילים שאלוהים מדבר למשה ‫בספר שמות פרק א', פסוק 12, ‫כאשר יענו אותם כן ירבה וכן יפרוץ, Истории. Но слова, которые мы находим в Торе Моисеевой, в книге Исхода, 12 стих 1 главы, что тем более, чем более их изнуряли, тем больше они умножались, в нашей истории исполнились. И мы следовали тому, что Господь повелел Иеремии сказать народу Израилю в изгнании. Ботин, мы построили дома, התחתנו, женились, оладну ובנות, у нас родились дочери и сыновья, гадалну, и размножился народ. ולהגיד, של, и мы старались благословлять то место, и просить мира тому месту, в которое Господь нас рассеял. И молились всегда за правительство, и за царя, и за власть в стране, в которой мы находимся. И о мире в этой стране. И و... в большинстве случаев назад мы не получали мира. Так же, как и Иосиф в тюрьме. אבל היד והאצבע של האלוהים שולטת בהיסטוריה. נו, גספות טברית היא ולסטווית נד היסטורי. והוא הבטיח שהוא יחזיר אותנו לכאן. והוא на הבטיח שכאן. Обещал, הוא ייתן לנו לב חדש. הוא יתן לנו לב חדש. ורוח חדשה. היא נו ודוח.

مبتיחين. И это то, что обещают все пророки, и Иеремия, и Езекииль. Давайте посмотрим uh, uh, в книге Езекииля, 36 глава. मي... Пасук... Начиная с 19 стиха мы прочитаем это. «И я рассеял их по народам, и они развеяны по землям. Я судил их по путям их, по делам их, и пришли они к народам, куда пошли и обесславили святое имя мое, потому что о них говорят они, народ Господа, и вышли из земли его. Еще... И пожалел я святое имя мое, которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришел. Посему скажи дому Израилеву так, говорит Господь Бог, не для вас я сделаю это дом Израилев, а ради святого имени моего» которые вы обесславили у народов, куда пришли. И освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю для вас святость мою перед глазами их. И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистой водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И я дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце из плоти. И вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом и освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб, и умножу его, и не дам вам терпеть голода, и умножу плоды на деревьях и произведения полей, чтобы впредь не терпеть вам поношения от народов из-за тьмы голода». Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших и почувствуйте отвращение к самим себе за беззаконие ваше и за мерзости ваши. «Не ради вас сделаю это я», — говорит Господь, — «да будет вам известно, красните и стыдитесь путей ваших дом Израилевых». Так говорит Господь Бог в тот день, когда очищу вас от всех беззаконных ваших, и населю города, и обстроены будут развалины, и опустошенная земля будет возделываема, и пустыни в глазах всякого мимоходящего, и тогда скажут, эта опустелая земля сделалась как сад и домский, и эти развалившиеся и опустелые и разоренные города укреплены и населены. И узнают народы, которые останутся вокруг вас, что я, Господь, вновь созидаю разрушенное и засаждаю опустелое. Я, Господь, сказал и сделал. Так говорит Господь Бог. Вот еще и в том явлю милость мою дому Израилеву, умножу их людьми, как стадо. Как много бывает жертвенных овец в Иерусалиме во время праздников его, так полны будут людьми опустелые города и узнают, что я Господь. Отцов, Аперта. Агеула, а геула. А искупление. А И спасение Божие. Мовтахат. Они обещаны нам. Гам לא безман, Также и во время, когда мы еще не пришли к вере. Uh, слова пророков, они воплощаются. И вы видите, согласно тому, что я прочитала, в конце концов из этого, народ Израилев будет спасен פה, в Америке, здесь, в земле Израиля, Господь даст нам новое сердце и новую дух, и мы осознаем наши грехи. ונחזור ون... בתשובה. Мы, uh, رסקаемся, ואלוהים יהיה מלך על כל הארץ. Землёй, וכל עם ישראל ייבשח. כפי שהשליח שאול מבטיח את אותו דבר. Обещано, пророка, Павла, בפרק 11 של רומאים. Вы, друзья мои, в России, те, кто говорите на русском, присоединяйтесь к нам, чтобы стать частью воплощения Божьих обетований. Пусть благословит вас Господь.